Всем привет! Всем привет! С вами Женя, Наша и мистер Ку. И Айзек. Repentance. Мы, короче, хотим пойти на Беста. У Иуды это последняя цель на листике. И за Каина. Погнали в подвальчики. Well, yeah. Ты слышал этот звук? Да. Так, подожди, вот он. Опа! Пауч, мне дали щит. Тебе он не нравится, кстати, да, кажется? Ну, я плохо умею с ним обращаться, он мне редко попадался. Пойдем налево. Пойдем. Давай не будем начинать с огромной кулы. Еще и куда щит нас прикрывает. Не знаешь, почему он не нравится? Потому что со стика он тяжело немножко. Да, с крестовины хорошо. Так, я бы не отказалась от сердца, но пока мы его не можем купить. Пойдем вниз. Ты не хочешь в большую комнату заходить? Ну, сейчас мы зайдем. Так, я с красной шляпкой, а ты одноглазый. Я одноглазый. Да что? Слушай, ну, это менять предметы, так что... Ты хочешь поменять себе предмет? Не, я хочу с книжкой остаться. А, так у тебя книжка. А я с лапкой хочу остаться. Ну, так типа, да? А мы могли не заходить в золотую, кстати. Ладно, ну, для пони Тариус такой. Не хочешь лапку менять? Ладно, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, как пойдет. Это ж такая штука, как Айзек как закручен. Я учусь им управлять. Он вообще щит этот... закрывает, да? Да не прям. Ну да, теперь. Надо потестить как-нибудь. Ох, ты его толкнула. Отталкивает, класс. Некоторые пули поглотил, но не все. Это, если осторожно, кожно-попными ощущениями предсказывает, когда Йен захочет внезапно уйти. Так, накопим ли мы мне монетку на сердечко? Если что, ответственно за чатик у нас сегодня ты. Я за мистером Кулом вообще ничего не вижу. Оу, мы так накопили. Так что если Женя не будет читать комментарии, можно накидать ей какашек за воротник. Ю! Немножко. Для тонуса. Мы еще пока не сильно отличаемся. Я смотрю, ты тоже в стенку идешь. Я иду. Думаю, что мы не сильно отличаемся. О, две бомбы, хорошо. Мне нравится. Адильчик, привет! Всем привет! Адильчик, привет! Так, посты стреляют. И мясо. Давай выйдем, я буду. Женю на костер, если не читает чат. Женю на костер, да. Нет! Ты должен был быть за меня, а не против. Давай вот этого парня на костер. Да, давай, давай, его подсадим на костер. Зачем Женю на костер, когда можно Литл Хорна на костер? О, видишь, уже черненький поджарился. КПшка. Не бери. Да, я возьму. О, это тоже хорошая папашка. Бери. Пойдем, стой, подожди. Я хотела костер. Давай, пиши. Так, что? мы идем на беста. Не забудь об этом. Мы идем на беста, кстати. Да. Че, будешь меняться или нет? А я могу сейчас поменяться, что ли? Ну, конечно, можешь, хоть каждый раз. А что это даст? Ну, он меняет пьедестальный предмет, меняет тебе твои предметы. Чё, поменяет? Да что, смотри, одинчик рад, что... О, да что? Так, может, в золотую зайдем, если будет фигня какая-то, то я прошу. Можно и так, можно и так. Давай так это будем. Давай не будем это прям совсем длительное использовать. Я просто думала золотые пропускать из-за планетария, да? Но это не обязательно. Ну, ты хочешь... Это не обязательная опция. Не обязательно? Да. Можно просто идти и не париться. Ну, как ты хочешь.
Ну, все золотые можно посетить на дальше. Но мы, видишь, одну посетили, я просто как-то забыла про это. Да, ты не предупредила меня, и я включил поиск золотой, и мы ее нашли бы и зашли. Ну давай, смотри, тут рядом. Давай. О, бейбик заряжающийся. Что скажешь? Хо-хо-хо-хо. Я бы взял ее. Можно до сделки подождать. Это чертик или нет? Это не чертик, но он похож на чертик. Беру. Evil Friend. Lil Brimstone. Да, это не то. Ну это не чертик, но он тоже. Ну прикольно. Крошка. Он зато на всю комнату бахнет. Да. О, дурак. Сам дурак. Ну слушай, я могу сейчас, получается, прожать этот стоп. Блин, ген, господи. А я паузу нажать еще не могу. А, да? Да, я нажимаю паузу, не нажимает все. Это нач... я главный. Это чтобы ты не расслаблялся, понимаешь? Иди в ножках полезу, пацанчик. Так, что еще у нас есть? В принципе, мы можем погулять по этажу. А, либо можем... А, ты сделка нам чуть-чуть сбил. Надо найти, кого взорвать. Это не я. Это ладно. Йен сбил, Йен сбил, сбил. Монетки. Только уран норм для меня. О, да, это который замораживающий, да? Леденящий душу слез из Пони Тайли. Мне еще земля нравится. Это ой. То, что камнями, да, кидают? Да, 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 прикольно. Мне кажется, прикольно, очень прикольно. Мне попердеть нравится. Это... О, пилюли для меня. Да. Отходи! Подожди, нам надо взорвать еще пару. Взрывай. Слушай, мы можем в магазин зайти, вдруг там будет для тебя... Такой веселый чертила. Брат, он счастлив, да? Да, у него счастлив. Он злобно улыбается. Злобно. Может, там сердечко будет тебе? Да, бери, пытаюсь забить. Кстати, знаешь что? А еще прикольно для тебя имитатор пилюль, но это активка, потому что у тебя пилюли хорошие за лапки. Это если, например, тебе не меняться. Да, но а правда... ты то, что делать? Я не могу так вот купить. Имитатор пилюль брать или SD-100? Ну все, пока, давай, пошли. Пока-пока. А мы не включили мод коопный, потому что он немножко дисбалансен. А я просила, давай, Саш, мне понравилось. Мы будем вместе собирать имбу и точно пройдем. А мне хочется, чтобы немножко по-хардкорнее было. А если так и сделают, вот как ребята говорили, что вроде готовится нормальный полноценный кооп, а не этот куцый. Ты нормальный кооп куцый. Я случайно. Я просто рядом стоял. Ну, почему зайдем тогда туда? Там... О, можно я возьму? О, дома. А это я возьму. Да, бери, бери. Смотри, открывай сделку. Пойдем? Пойдем. Да, вот, пойдем. О, слушай, вот это прикольно. Вот это прикольно. Ну, мне взять, что ли? Да, бери. Не, хочешь ты бери. Но только тебе нельзя умереть. Я возьму. Ну, тебе рассказывай, что это такое. Это 7 грехов. Теперь будут всадники прилетать и давать мух, которые разный эффект имеют в зависимости от всадника. Класс. Как будто обычный Айзек на двоих балансный. Ну, обычный, да, Айзек. Ну-ка, что тут? Двоих... О, тут монетки можно взять. Ну, согласен. Спорный момент. Ну, так он еще более дисбалансный. Че, будешь меняться? Нет, не буду, конечно. Ты не будешь меняться? Конечно, это же D100, ты чё? Так, тогда, ну, возьми себе тогда имитатор пилюль и хавай пилюль. Так я не хочу его брать. Блин. А, подожди, ты хочешь, чтобы я променял D100? D100, жми, говорят. Прям сейчас? А почему нет? Меняйся. Часы. Ой, деньги. Давай часы возьму, как раз 15 дней. Ну, давай, ладно. Я толстый. Правда... Я поменяю их, не переживай. Предлагали же до 100 прожать в этом. Девочка сделки. Ну ладно. Блин, надо было девочка сделки. Бери, бери сердца. Я толстенький. Бери, бери сердца, на. Это тебе. Я толстенький. Ладно, пойдем, мой толстячок.
Я просто съел много булочек. Максат сказал, что не вернется до декабря. Ну, возвращайся на Новый год. Вау! Да, они прикольные. Но будь осторожен, потому что есть взрывы. О, смотри, какая у меня скорость стрельбы. Ну, блин, ты хотела, да, чтобы я имитатор пилюли взял очень, да? Ну, ничего, так даже прикольно. Нет. Одинчик еще прощаю, Максот. Он знаешь, что на кого похож? На Эдена, поэтому мне Десто нравится. Десто это как альт-эд. Ну, не впитывай, у нас еще есть шанс. Откроемся? Да, давай по одному. Начнем с этого. Все, пока больше не открою. Я как раз сейчас заряжу. Рассыпную парни. Совершенно забываю про эту штуку. Какую? Сколько тебе Десто дам, а ты... Я забываю про свой щит. Так я же тебе говорю, вот, тебе не нравится, хочешь, я тебе дам? А как я? А, ты имеешь в виду? Нужен пьедестал. Зачем мне тогда симить? Взяла симить. О, классно. Ты... Уже круто. Они просто мух хватит. Ну ты щит не кидают. Ну кто же знал, что будет щит? Опасные часы Сашка взял. Я их рольну сейчас, не переживай. Видишь, как мухи помогают, как можно... Мы сейчас зайдем в золотую, в зависимости от того, что золотой. Я приму решение. Помнишь, я за ласта ходила и все меняла, меняла, такой. Я не хочу умирать. В магазин, кстати. Там золотую. А в магазине нам нечего делать пока. Так что пошли сюда. Пошли. А это босс. Видишь, вообще часы там на руке. Призрачный. Тебе, кстати, надо что-нибудь. На бесте опасно. Было однажды для одинчика. Вот эти часы сломанные. Покинем вскоре. Ну, я прикидываю, поэтому что ли я хрироль. Только интересно, что выпадет мне скорее. Пауки, ну чё? Прилипли к стене. Давай отлип парочку пауков к стене. Я помню, когда я в садике был, у меня вот это очень яркое воспоминание. Мы с моим лучшим другом собирали пауков. Вот именно вот этих, которые, как они называются? Синокосцы? Синокосцы. С длинными лапами. Да-да-да. Неопасные, травоядные. Да-да-да. Мы их собирали толпой, короче, и садили в машинку и типа катали. О, слушай, вообще прикольно. Я думала, ты сейчас скажешь, что мы отрывали лапки, но ты как у него ту сказал, что я прям... Ну, как бы... словила эту какашку. Понимаешь? Или ты утаил какие-то от меня подробности? Ну, прикол в том, что мы как бы хотели их покатать, но ты сама понимаешь, что эти дети плюс... То есть мы все-таки оторвали лапки, чтобы покатать? Ну, то есть это был катапалк? Это катапалк. Ну пока-то. Можно взять? Бери, да, можно. Ты опять собираешь все предметы. Ты ролишь. Нет, ты можешь на роль. Ну смотри, я собираюсь, как умру. Не. Если умрешь, я тебя покусаю. Я тебя убью. Я тебе покусаю. Главное, не умирай, да? Все классно. Слушай, у нас есть 4 ключа, давай заглянем в магаз, если там синее сердце, то мы пойдем еще поищем монетки. Да. О, Катрюш, нам даже бери. Не надо искать монетки. Бери. Класс. Блин, я бы карточку посмотрел. Ребята, кто-нибудь катал пауков в детстве в машинке? Супер секретка около босса сверху. Сейчас проверим. Проверим сейчас. Ну да, может быть, кстати, очень похоже. Ей, спасибо. Не спасибо. Курсак. Почти умер. О, куколка Долли. Я ее... Ну ладно, ты можешь ее взять. Сейчас у нее выпадут сердца, и мы поделим. Да, я ее револю.
забирай. А почему черный? Наверное, потому что у тебя этот... Забуак, наверное. Наверное, поэтому. Да собирай все. Хотя вообще там есть шанс, там и синий. Давай я тоже возьму и рольну вот эту. Че, ты готова к ролю? Я готова, давай ролься. Что ты сейчас ролю? О, пироманьяк, ты видишь. Смотри, какой я быстрый. Обалдеть. Блин, слушай. Че пироманьяк дает? Ты лечишься от бомб. Тебе это бомбы не страшны. Очень круто. Ну, конечно, на бесте там куча бомб. Ну, в смысле, ну, не все, правда, бомбы там кидают, но один точно кидает. Ну, давай не побоюсь еще как-нибудь. Подожди, у меня отправляющие... Это мука. Не этот чел, но другой чел. Я понял, ты боишься это, потерять своих братюнек, да? А ты хочешь, чтобы я волна? Ну почему нет? Не, я не хочу. Ну ты щит ролить можешь. Я не хочу. Давай поиграем за Альфедова. Как-нибудь. Нет, вот прямо сейчас у нас есть десто, и мы можем поиграть. Но у нас нет пока активки, чтобы... Не переживай, мы найдем. О, фу. Ну ладно, бери фу. Фу. Это защита от взрывов. Я бы могла тоже взять. Офигеть. Я бы могла взять защиту от взрывов. Бери. Ну ты какой клевый. Я не могу это менять. Ты будешь ролить. Нет. Активка, не походить. Надо ролить. Он ставит меня роль. Не. Серьезно, это столько сильный хвост? Ну клево. Ну ладно, пусть не рули. Так, что-то у нас этаж такой большой. У нас почти денег много. Давай проверим. Пойдем. Давай. Магазин. А что такой быстрый? Ну ладно, в Динас давай. Браво. Душа Иуды. Если будет комната с шипами, можно воспользоваться. Лутаем этаж. Проходим все комнаты. Ой. А вдруг все-таки планетарий попадется. Помнишь, как тогда на первом этаже? Да, на первом этаже. Или там вообще его не крафтили, а он... Нужно взять от этажа все. Да, бери от Айзика все. Нет, шли этаж крафтили. Да, люблю. Хотел сказать, ничего не замедляется и не ускоряется в жаре роль. Ой. Ой, там что, от пауков это убегает? Да, что-то закупил. Вот они пришли за возмездием. А я хочу пилюлю съесть. Просто? Ну, ставь бомбу и стой там. Половинку только. Локдаун. Так. А почему мы увидели, кто пилюля дает? Я не знаю, кстати. Может, не должны были. О! Я зарядил D100, а у тебя есть прекрасная возможность использовать D100. Нет! Я слишком хорош. Заходи. Я слишком хорош для этого. Так, но мне их... Подожди. Сначала мне нужно их взять, чтобы получить... Букворм! А я теперь... Я не хочу книжку ролить, она мне дамаг весь дает. Чё, ролить Женьки? Сашка хочет поролить меня. Ну, это смысл. Я твою судьбу отдам в руки, Женьки. Нет, вот так. Я бы за роль. Поменяй активку на другую. Вот. Кто я? Тебе, да, говорю. Меняй, классно тело, вроде прикольно. Подожди, я книги могу поролить. Ну, можешь. Ролич? Книга теней, все радуются. Вот это? Это защита. Защита? Да. Бери, Саша, книгу теней, говорят. Ну, не знаю, смотри, решай. Да я очень нелогичный в этом смысле. Я против логики.
огни. Знаешь что? Знаешь что? Вот так вот. Ха! О-о-о! А я вот эту потру. Книга мертвых топ. Да, можешь. Прожать? Даже можешь. Но если ты прожмешь, у нас будет после босса за сердце предмет. Так что если прожимать, то после. Пойдем босса валим. Не, я пойду. Я представил. Там черное сердечко даже. Просто. Может быть, вдруг кто не знает, мой любимый персонаж это Эльф. Потом за ним идет сразу Альпер. Просто сходу. А третье место занимает. Как думаете, кто? Правильно, Эден. Вот и. О, комната, может это Роу комната, да? Поэтому. Блин, это Роу комната. Да что ж такое? Смотри. Это Роу комната. Она тебе предметы заролит. Че, да? Давай. Она и мне предметы заролит же, не? Нет, фух. Че? А ты хотел, да? О, у тебя крафт-мешок. Да ну, зачем он мне нужен? Что такое? По Д100! О, подожди, а почему Д100 поменялся? Блин. Я понял. Ну все, забирай книжку. Что она дает? Станица какая-то. А что, взрыв ключника разве это? Он не повышает шанс дел. Я помню. Я потерял. Я недавно смотрел. Недавно смотрел. В обмен на сосочку, блин. Чтобы стать малышком. Ну-ка, порадуй меня, что у меня прикольно. Так, у тебя дамаг. Два предмета дамага. Соска. Ну и... Все на этом. Усилия. Пусть Дэстол выходит. Можешь маму собирать. Какая у меня быстрая атака. Не прожимать что-то книгу. Что эта книга дает? После босса. А, дает черное сердце тебе, но если ты прожмешь до босса, то после босса будет за... Ну как, я как понял. Сделка. Я понял. А, ну да, после босса. Да. Да. Я думаю, мы справимся. Блин. Да что? До единички урона. О, хочешь быть еще меньше или я возьму? Да, я хочу быть малыш. Да, я тоже хочу быть малыш. Я хочу вообще быть маленьким. Я возьму. Бери хп. Может, таблетку бы съесть. И книжку прожить. А, подожди, это локдаун. А. Я малый. Пойдем за сердцем или найдем на следующем этаже? Найдем, тоже? Найдем. Так, а у нас никакой тренички нет, чтобы подложить. А, я так люблю Д100. Я так хотел тебе паролить предмет, блин. Что-то у нас пока что так себе... Не тянет, да? Пока не тянет на имбу. Имбой не пахнет. О, смотри, как дело классно щитом. Я все-таки не забыла. Блин, тут что? Парни, парни. О, это тебе. Мы одновременно сказали, парни. О. Че, может, пойдем пилюли? Давай сюда зайдем. Да, давай пилюли попробуем. А, ты теперь не лечишься от взрыва. Зато я могу полечиться. Давай пилюлю. Иди вскрывай сундук у тебя, отмычка. О, хорош. Пойдем пилюлю попробовать. Я попробую. По диагонали успеешь? Да. Всё. Ничего, бэт-трип дает лечиво, если у тебя одно сердце останется. Это тоже вот. Три искушенные. А, пилюльки дадут тебе. Я ж не настолько эксперт. А, эксперт. Ладно. Я еще учусь так. Я тоже. Айзек настолько разнообразный, что можно учиться и учиться. Слушай, я не уверена, но можно попробовать просто на всякий случай вот сразу взорвать. Рядочек. Саша зареролил ножку, теперь мы себе люльки плохие. А, у тебя, наверное, пилюлька была вакап со старой. Точно скучно. Ну, могло зарулиться что-нибудь мега какое-то. Могло. Так что кто знает. Я пошел. Это поменяли же свойства там D4 и прочее. Слушай, у нас столько сердец. Не хочешь затыкаться? Затыкаться? Хочешь я отыкнусь? Тыкаться? Да, давай, так. Ты быстро, тем более. Да.
Ну ладно. Ну ты чё? Пошли тебя зарядим. Подожди, я... Бери сердце. Пошли вниз, бери сердце. Не успел. А, кстати, ребята, вы видели, какой новый крутой баннер у чертика? Это просто вообще топчик. Ребят. По-моему, это топчан. Я проверю на собственном опыте. А, что это было? Я потеряла красное сердце, но ничего. Ой. О, это работает, когда у тебя реально одно красное сердце. Так у тебя одно красное сердце. А я его возьму, и у меня не будет одного красного сердца. А-а-а. Это мне тогда хпшку надо. Может, я возьму? А ты до одного хп спустишься? Не факт, согласись. А если... А ты зачем это все? А, ой, ты сейчас возьмешь хп ап, и у тебя будет работать она? Да, я просто на самом деле в чат глянула и... Тебе сказали брать? Нет, я случайно это махнула в бок. Не понял, да? Все, погоди. Что там интересно? А девочка писал, что да, он видел тебе. Про то, что ты говоришь. Просто мега топ. Просто тот, кто рисовал, у него... Он крутой. Или крутая. Я офигел. Было супер мега приятно. Нет. Че, я убью? Ты рисковал жизнь, а я могу много отсылок. Много отсылок на бане. Даже на вас. Да, вы видели, как классно. Вообще, да, очень, очень. Вот и я секретку сделала. Блин, сколько денег, офигеть. Так, а это у нас какой-нибудь... Так, у нас еще будет. Еще будет, Даша. Целых два, чтобы тратить денег. Хочешь тратить деньги? О, Кирилл. Неизвестный. О, держи мушку. Я люблю Пэп. И хочется всех погладить. Вот. А, кто я туплю? Я подумал о том, что если бы я умел делать моды, я бы сделал мод, где я с Янчиком. Я бы выгуливал Янчика. Вазик? Да. Он бы гавкал был и... Да. И рычал нас. Да. Это был такой пас, он... Да. Он превращался бы в большого... Слушай, я не помню, что это нунчаки были. Ну, это не нунчаки, конечно, но... Что взять? Ну, возьми, у тебя что-то маловато, например. Ой. Поэтому давай я монстров еще сделаю. Да. Блин, мне... Надо... Давай... О, подожди. Подожди. Так, сейчас. Я сюда, да? Я зайду сейчас. Ладно, ты чего, я тут. А кто нас выведет? Кто? Ой! Ну, выходи, пошли за сет. Я же вывел. Ну, вывел. Хорошо вывел. Скапулярно называют, точно. А что тут деньга лежит, слышь? Ну, я оставил. Посею. Подожди, а что в магазине еще раз было? Кроме телепорта, так называемого. Есть пилюля, давай я пилюлю. Денег много? Paralysis. 87 тысяч. Класс, прекрасно. Не, я накрафчу. Я бомбу возьму. Подожди, ну сейчас что-нибудь крутое попадется, и мы потратимся. Наплечники еще называют. Фазика возьмите. Бери. Ты накрафтишь себе сердец? Я не хочу просто получать его. Я не умею. Будь у меня красное сердце, я бы сейчас, конечно, сделала это, но...
Хочу, чтобы моя корона активировалась. Если будет хп, я возьму себе, хорошо? Поле. Поле, да. Слушай, вообще, вы достаточно быстро это уносите, что он играет. Так, это алтарь жертвоприношений для бэйбиков. Ты же не принесешь жертву этого чертила. Так, давай вот сюда зайдем. Или мы были? А, я там корону взяла, да? Пошли в душу Айзека брать. Давай. Итак, подожди, как его? Как карточку. Пока карточку, смотри, что-то я затупил. Soul of Isaac. Да, блин! Книжку. Ну, книжку бери, конечно. Ну, чтобы тоже букворму попробовать набрать. Книжку-то прожми. Ну, хорошая, что выпадет. О, класс. Что, останешься с Библией? Не знаю. А что эта книжка будет? Ну, пикапы. Что, а это сердца. Есть вероятность, что как-то сможешь на... На обратном пути, когда подниматься будет. Нет! Адильчик хотел жертвопринести. Мы все знаем теперь. Ну нет, ну все. Адильчик адепт жертвоприношений. У псеныши. Нет, псеныши. Давай приручим всех. Зашел и вышел. Блин. Стой там, где стоишь. Ой. Говорю, стой там. Все, я спрятался. Подожди, вот это круто выглядит с моей ушей. Помогай, что стоишь? А что делать? Толкай. Слышь. Не туда толкай, так наверх куда? Толкай. Работает. Да, прорабатывает. Воу. Так, а что тут? Класс! Тебе и мне. Бери. Так, Делюсь тебе там. Нужно хпшку. Да, одно красное. Всего лишь одно красное. И будет вообще круто, да? Ну, какая ты крутая. Да. Было бы классно. Класс. Ой-ой-ой, да что ж ты, Сашка? Конечно, зайдем. Пауки! Давай я возьму. Пози, бери, бери пари. О, мама. Ты мамка! Я мамка. Я пупсёныш и мамка в одном покое. Они нейтральны теперь. Ну, в смысле, они нейтральны из-за того, что у тебя вот банка с пауками. Так, ну... Что ж... Может, мне взять... Нет? Бери. Либо тебя прикрыть, даже не знаю. Бери. Бери, прикрывайся. Бери, нет, ты. Ролим? Опять они. Чё, да ну, взять? Че, серьезно? Да ну, а прикинь, реально ускорить. Все испортим? Ладно, давай, не будем. Ну, может, конечно, и замедлить. Ну, может, ты сердце возьмешь? Все-таки. Нет, не возьму. Я возьму. Я возьму. Я пилюлю готов взять. Это перевернутая карта. Тауэр. Чё дает? Так, это у нас кластер. Надо большую комнату. Интересно, попадется или нет? Кластер из камней на полу. А, я понял. Попадется, конечно. Пойдем. Ну все, сделка. До свидос. Ну, правда, у нее и так не сильно большой шанс был, но... А, ну ладно, возьми эту бомбу. Так, стоп. Стой там, где стой. Либо попробуй ту кнопку нажать. А как? Я не умею. Ну так же, давай аккуратненько. Так, раз, и бочком, бочком, бочком. Шпинг, мод. Ходи, отходи, осторожно. Что его так отнесло в прикольную сторону? А, конверт. Блин, слушай, я забыла точно. Вот конверт сердец, там был, может, одно было красное сердце тебе сделать. Мне сделать. Что ты не сделал? Да, что-то я забыла про него, давно его не видел. Так, подожди, мы еще не так. Добей! А, да. Ну зачем целое? Саша, опустись до одного. А что ему одно хп даст? У всех должно быть по одному, нет? Раз.
А зачем мне пустить? Не знаю. Да. Это, да? Типа в босс-файт сходить. А он разве даст? Мне кажется, он не даст. У всех должно быть по одному хп. Причем даже одно синее. Как мы быстро бегаем. Мне это нравится. А я в магазине за рулево конверт, потому что я забыла. Подожди, если я прожму книгу, то предмет будет за сердца. Ну, по идее, эти не должны быть за сердца. Кстати, мы же уже... Некрополис? Нет, не должны быть за сердца. Слушай, дай-ка взорвать. А чё книга даст? Тебе чёрное сердце. При удаче. Давай, прожимай. Мне кажется, повару это негатив не будут за сердца. Подожди, нам нужна карточка. А то есть я могу вообще сейчас фигачить по полной программе, да? Слушай, давай с кластер сделаем. Давай. Давай. Так, что-то как-то... Грустно? Мне не понравилось. Может, сердца будут или подвал? Давай еще тут. Блин. Ладно, пошли. Не забудь нам это взять. Знаешь, что мне захотелось? Бери и давай в секрет. Черепочки, черепушки. Ты не знаешь. Как думаешь? Не знаю. Подожди-ка, а давай взорвем тут и там поставим. Мне захотелось чандрамён. О, ну это мы сделаем. Или тут. Мы сделаем, сделаем. Тебе должно хотеться победить без ста. Или нет? Или не хочется? Эй, эй, эй. Чё, конвертов-то я покукала, да, или нет ещё? Да, но у нас 70 денег, поэтому. Жмяк. Это все три удачи мои. А ты можешь взять батарейку и себе еще сердце сделать. Я могу пилюльку. Карточки подавать. Давай, попробуй. Карточки? Не-не-не, пилюльку. О, еще одна. Да-да-да-да, против. Белая, значит, да? Приварить. Ну, это не имеет смысла, мне кажется, ни у тебя, ни у меня приваривать денежку. Рюкзак. На вторую активку. Или стереть врага. Ну, стереть врага, это же уже все не актуально. Мы же тоже да. Подниматься будем. Блин, ладно, у нас еще есть еще один магазин. Так, хорошо, писать. Пляшет он мне тут танцы. Веселый. Так, дурак в руках. Пошли со мной. Стоп. Проверка. Ей! Вау. О, отлично. Бери. Мы возьмем. Подожди, а как ты? А, подожди, ну мы же вернемся. А, ну на первый сервис. Все, супер. Офигеть, у меня будет все прекрасное сердце. Да, офигеть. Не все потеряно. Ты повезло. Тебе повезло. Ой, оно посинело, да? Это у вас спецмам. Ну, в смысле, она должна, по идее, синее сердце дать в конце. А, нога больше не взрыв. Блин, нога больше не взрыв. Да блин, нога больше не взрыв, Женька! Ой. Сашка! Ой, кто на меня сел? О, ну-ка, идите. А раньше она как... А, все. Она как взрыв считалась, да. Кому? Так, стоп. Кому? Что-то тебя мало, это... Бери сейчас, велик. Так, что мы делаем? Мы делаем... Ну, через балл. Да. Мы знаем теперь это. Трюк. Раз, два, три, раз, два, три. Давай. Ю! Кому что? Готова взять...
Кажется. Я не боюсь. Рандо. А, минус одна удача! Тыкаться? Да. Самая ужасная версия мало. А, да? Синяя, да? Разве? Мы ее обняли. Так. Да, моя корона работает. Стоп, не стреляй. Не стреляй. А. Перестань. Не стреляй. Я... Ты ножом можешь порезать кульки? Да. А вот как... Стоп, ладно. А что, иди ко мне сюда. Давай, раз. Зараза такая. Негодяй. Да вот это отстойные враги. Ну они прикольные, слушай. Мне они даже понравились. Пойдем в большую комнату, я как раз книжку поизаю. А все пауки за нас. Жесть! Блин, суровый этаж. Очень суровый этаж. Так, не стреляй, не стреляй. Все, перестань. Вот все умерли. Нет. А-а-а. Блин, я пожарный. Есть еще колючие шары, когда двигается Айзек, двигаются они. Че, серьезно? Быстро. Подожди, а почему они нам не попадались? Не знаю. Там было в бестиарии, что кто-то не попадался. Может, они до сих пор нам кто-то не попадал? Конечно. Так, у нас тут и золотая, и магаз. С чего начнем? Да. С магаза. О, одеялка! Перед боссом. Ну, кройся. Кройся? А тебе не надо укрыться? Ну, хочешь, я укроюсь. Блин, свеча. Ну, бери. Мне кажется, свеча прикольнее, чем это. Брать одеял. Я хочу свечу. А мне одеял. Я чувствую тепло. Одеял. Все бегают. Ты же не понимаешь, что я сдаю наши деньги в автомат? Я только сейчас унесу кто-то. Прикинь, сейчас мани сила попадется. На обратном пути, на обратном пути. Да? Ну посмотрим, что-то. Я готов взять. А, ладно. Дом готов взять? Ладно, нет. Ладно. Хотя, подожди, я могу взять вот эту штуку. А, просто потому, что у меня... Я, правда, блин, не знаю, видишь, я не знаю, какие предметы амбиор есть, какие нет. Я готов. О, вот это крутя. Класс. В этот раз это оправдалось. Моя рискованность оправдалась. Это очень круто. Не умри. Я не умру. Подожди, наши слезы с тобой комбятся, что ли? Нет. Нет, просто там рядом как-то пролетало. Ты подъем. Это тебе надо. У меня пусть от одного сердца будет. Все. А, знаешь, что давай сделаем? А давай вот эту твою штучку отнесем в золотую комнату. Давай. Че, ты потерялась? Да. Я потерялась. Ой, зевну сейчас. Нет. Так куда ты, зачем центр ты несешь? Ладно, я понял. Уходи. А, вот так. Смотри, я в очках, блин, я прям на себя в реальной жизни похож. А парик? С тебя снять? Чтобы все узнали, какой это на самом деле. Я шучу, шучу. Слушай, пойдем, знаешь, что сделаем? Можешь мне на одну штуку, на один раз свою книжку дать? Я сделаю себе сердечко. Ты, короче, сейчас при подъеме на этаж... А как я тебе дам? Где у нас было? Вот здесь, наверху. Да, вот. Можем на секундочку? Блин, даже не знаю. Один раз. Все, меняемся обратно. Короче, ты сейчас при подъеме на этаж будешь, если не будешь тупить, то будешь хапочку получать. Поинка белого сердца. Это очень прикольно. Да, видишь, подменяю. Поднять? А, ну нет, нет, мне кажется, просто мимо входит. Вот. А
Они всегда стреляют. Да, я. Под... Стой. Надо было мне. Ладно. Ничего, ничего, стой. Я думаю, походить ли еще или валить отсюда. Мешать тебе. А может попробовать тебе книжку еще раз завинить, и ты мне еще раз дашь так делать? Подожди, раз, два, три, четыре. Не, не хватит. Блин. Алло, чё, алло, алло, прием. А, возможно, что-то пропустила, чат исчезает. На костер, Женьку, на костер! Алло. Салют. Алло. Вот и полечу. А, ты сказал, чё? Он невидимый, невидимый, ты видел, он умер? Да. Я даже не увидела. А, это большая комната, погоди. Мне просто страшно пойти дальше, всё это, да? Стоп, сейчас. Вакханалия. Я готова. О! Мы можем поменять этот предметик в магазине. Это 6 бутов. Стоп, стоп, стоп. А. Как-то они быстро выпилились. Так, стоп. Опасная схема какая-то ради половинки. Да. Так, ему почти зарядили эту книжку, мне это нравится. Дашь мне еще раз повязать? Кто знает. Свеча беспонтовая? Мне нравится свеча, хочу свечу. Как это беспонтовая? Что такое? Понты в сторону, свеча беспонтовая. Они это отскакивают к истории. А их убить можно? Ну вот, можно как раз огонечить. Ну или получить-то мордан. О, знаете, как пойдем-ка. Ты мне поможешь. Так, где магаз? Вот, внизу. Все. О, стоп. Это мы все сделаем. Ой, я зевнул, простите, друзья. Какая зика. Нет. Красная тоже хорошая. Хочу красную. Подожди. Конечно, синяя еще круче красная. Красную я люблю. Да, я хочу свечу. Меняю. Подожди, а он сделает что-нибудь? Опа. Прикольно. У нас три монетки. Откуда у нас три монетки? Чтобы здесь было 370. Все, я готова отправиться. За запиской. Оп! Ей! Так, ну это нам не поможет. Мы ковер испортили. Маленькие шалости. Маленькие шалости. Маленького мандаринчика. Я хочу доб жизнь. Пожалуйста. Спасибо. Ну, я не буду на нее сильно рассчитывать, но я хочу ее взять. О, можно? Я в зеркало. Ты же уже и так мамка. Вот парик при тебе. Бери сумочку, бери Библию и пойдем. Я спрятался за шкаф. Телек убивает, как всегда, помню. Смотри, оп. Где я? Нет, это мое место. Я не влезаю. Ой, все, видишь, я сижу, я спрятал. Опа. А куда можно еще? О, все, меня здесь нет. Догма, найди меня. Игра в прятки. Ну все, что, кто пойдет? Пауки? Готов? Да. Без паники. Главное, без паники. Подожди, да, сесть удобно. Прожимать Стрэндж? Или на бесте? Наверное, на бесте уж. Тут еще есть возможность потерять пару сердец, так что... Ой. Я верю в вас. Чертик нас верит, давай. Не обманем ожидания. Что? Давно не виделись, кстати. Что? Блин, это отличное начало. Да он сел прям на меня, ты видела? Да.
Это будет кидачи? О. Меня муха спасла. Ой, я прям решила в луч пойти. Зачем? В лучи телевизора. О, класс! Щит прикольно. Прикольно сработал. Кстати, за свои игры по Азику я узнал, что Догма вертится очень много раз. Не помню сколько. Ну много, да? Да, много. Больше трех. Давай почитаем. Не хотелось бы это проверять, можно его побыстрее убить? Да, давай побыстрее его убить. Так, так, так. Оп. А, поехали! Да, раз. Ой. Два. Ты решил урон принять? Нет, три. Кто принял? Я. Пять. Все, блин. Блин. Больше пяти раз, он бы еще вертелся. Раньше, да, прыгнули? Да, 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 да. Я повзрослел. Я теперь не такой маленький. О, мои мухи. Да блин, муха, отвали. Или это хорошая муха? Я чуть не поняла, какая это муха. О, хорош, тебе сердца падают. Правда, мне это не поможет, у меня всего одно. Так и что делать? Бан один чипир. Хэштег. Они нельзя вступать, да? Но они взрывные, я могу на себя принимать. Понимаю. Но мух я не могу на себя принимать. Можно без мух, можно без мух. Блин, я... О, я поймал, блин, 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 поймал. Да-да-да, все правильно, если тебя с бандаж падает. С заплатки. Ну там такой типа, знаешь, как пластырь, типа, да. Заплатка, да, задница. Ты видишь, как пауки там в пати какой-то? Да-да. Отходите. Ой, ты спасла мою. Ой, а вот это было не спасло. Ах ты ж гад. Ох, 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 ох. Как ты, Женька? Кто без тебя? Так, ты что это за дичь? Ну, такая атака у него. Хорошо идем, хорошо идем. Он обниматься хочет. Я не знаю, что мы со смертью делаем. Блин, жесть. Все, будем делать. Блин, я слишком толстенький. Оп. Блин. Ой, я бомбу пропукала. Блин. А можно в него кинуть бомбу? Ну я пыталась и, короче, у меня пару раз получилось, остальное все пропукало. Я пропукала нашу бомбу. Все? Нет. Ну нет, точно. Так, так, так. Бро. Вот этот что-то... О, да, он испугался. Ох, вот это все потемнело. Все. Меня... Блин, ты что так пугаешь меня? Подожди, я не могу черных сердца генерить. Ну потому что кончилось. Так я прожал, ладно, иди. А, потому что у тебя слишком много хп. Я уже понял. Ой. Что-то я жопку отрастил. Я... Не затупил. Нет, рады! Давай в глаз.
Мне бы хотелось, чтобы он угаснул. Может самопожертвоваться и пойти порезать его? Меня. Ты смотри, сколько у меня сердец. Я не успел. Почему я стоял? Я не знаю. Все, 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 беги. Где малыш? Режь его, режь. Режь, режь, режь. Режь, режь, режь. Режь, 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 режь. Режу, 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 режу. Да ну, на пол КП. Просто на пол КП. Ей. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, в сообщество ВКонтакте, в группу Телеграм по ссылочкам в описании, и до новых встреч! Всем пока!